Друзья, всем привет! Где-то 4 месяца назад я решил сделать над собой такой небольшой эксперимент. Я хотел узнать, насколько вообще реально совершить какой-то прорыв в жизни. То есть, насколько реально изменить свою жизнь в чем-то. Я решил проверить это на себе. И для чистоты эксперимента я еще начал курс. Я начал курс на эту же тему «Прорыв. Как прорваться в жизни». Я набрал людей, которым помогаю также, как и себе, прорваться в какой-то из сфер жизни. Я хотел проверить также, вот, насколько это работает у других людей. Я хочу сегодня как бы поделиться с вами результатом. Я думаю, будет это интересное видео, поэтому, как говорится, присаживайтесь поудобнее и поехали. Значит, 4 месяца назад у меня пришло такое понимание, что нужно что-то в жизни менять. Знаете, в одной из сфер жизни моей произошел застой определенный, и это мне не нравилось. Знаете, такой творческий, что ли, кризис. Я человек верующий, и я буду говорить больше, ну, как для верующих, возможно, людей. То есть мне, я хотел прорваться в сфере призвания. То есть я не понимал, куда мне дальше двигаться, что мне делать, в каком направлении идти. Потому что приходит определенный момент, и ты понимаешь, если ты не движешься в своем, в своей сфере, ну, в своей сфере, то как жизнь начинает какой-то, не то что утрачивать смысл, хотя это тоже имеет место быть, но становится какой-то пресной, серой и неинтересной. Все мы слышали о том, что привычки формируются 21 день, и нужно продержаться 21 день. Я тоже это знал, и я решил просто начать это делать, потому что часто ведь мы все начинаем что-то делать, потом бросаем, и так по много раз. То есть я принял такое, знаете, железное решение, что я буду это делать в течение длительного времени. Я поставил себе где-то 2 месяца, ну 2, максимум 3. Сейчас уже прошло 4 месяца, и сейчас уже можно подводить определенный итог, тем более, что вместе со мной еще в курсе, который я веду, 15 человек, также мы движемся вместе, у них тоже есть определенные результаты, и это уже будет такая, знаете, более полная картина, что ли, ну, более конкретно, что я хотел от себя. То есть я хотел научиться делать что-то и не бросать на протяжении определенного времени, научиться фокусироваться на цели. И я хотел понять, ну, на каком я этапе, куда мне двигаться, что делать и что делать конкретно мне. Знаете, все мы хотим понять, что, ну, над чем нам нужно работать, чтобы наша жизнь начала меняться, что, где, ну, какие вещи нас удерживают. Знаете, что мешает нам, потому что, возможно, часто, ну, мы пытаемся что-то делать неоднократно, то есть мы пытаемся что-то делать, и у нас постоянно не получается. Знаете, такое иногда впечатление, что что-то просто мешает, что-то держит, какой-то есть якорь, который зацепил нас, и мы просто, знаете, вот на месте буксуем. То есть я хотел понять, вот что именно это в моей жизни, ну, мешает, да, что мешает мне прорваться на новый уровень. И знаете, друзья, я хочу сказать, что все ответы на те вопросы, которые у меня были, я получил. Даже, знаете, ну, я понимаю, что это Бог отвечает в первую очередь, то есть это я получаю на уровне откровения и понимания, то есть приходит понимание, конкретно я понимаю, что это конкретно для меня, конкретно по моей сфере, и я вижу на самом деле, над чем мне, ну, что мне мешает, в чем именно моя проблема, над чем мне нужно работать. И эти все ответы, друзья, пришли. Я научился делать что-то на протяжении длительного периода времени, это на протяжении нескольких месяцев. И это одно из самых, наверное, важных навыков для получения результата в любой сфере жизни. Да? То есть, если мы научимся делать что-то одно и не бросать через какое-то время, да, то по-любому мы прорвемся, по-любому мы одержим результат. Это очень важный навык, который должен уметь каждый из нас, если мы хотим, ну, достичь какого-то результата в жизни. Еще в самом начале такого моего эксперимента у меня прошло понимание, ну, лично для меня, что одна из моих проблем это было то, что я что-то начинаю и бросаю. То есть я много чего начинал, делаю какое-то время, потом, знаете, ну, обычно оно идет хорошо, а потом, когда идет хуже и хуже, какие-то результаты, ты разочаровываешься, ты бросаешь. То есть я видел, что это одна из моих проблем, и я поставил целью решить эту проблему, то есть на протяжении какого-то времени не бросать то, что я начал. У меня это получилось, это действительно моя большая заслуга. Также на протяжении этого периода я записал много видео по теме прорыва, по теме изменений в жизни. То есть это больше 20 видео, больше 20 провел вебинаров.
Это также, ну, за такой короткий период времени я никогда столько не записывал информации. И знаете, друзья, когда ты сфокусирован на определенной цели постоянно, ты что-то для этого делаешь, то есть я брал посты, я постоянно, каждый день была молитва, размышления, и каждую неделю я получал новые и новые какие-то понимания, какая-то приходила ясность именно по тем вопросам, которые меня интересовали. То есть до этого я в течение года не было вообще никакой ясности, что мне делать, ну, на каком я этапе, куда мне двигаться, в какой сфере мне нужно прилагать усилия. Ну, знаете, такая какое-то немножко, ну, непонятное было состояние, не понимал, где ты, что ты. То есть и в течение этих месяцев последних, то есть у меня ну, буквально каждый день просто приходило какое-то понимание, причем с разных сторон, с разных ракурсов, можно сказать, об одном и том же. То есть Бог постоянно проговаривал, именно показывал мои, скажем так, слабые места, над чем мне нужно работать, над чем мне нужно двигаться, куда мне нужно двигаться. То есть я начал видеть какую-то перспективу, какое-то будущее, в каком направлении двигаться. Самое интересное, что в жизни моей жены тоже Бог начал это проговаривать. То есть она для себя начала получать также какие-то понимания именно по ее состоянию, по ее каким-то проблемам. Она подключалась также, ну, по мере сил к этому курсу, брала, ну, в какой-то степени брала также посты, постилась со мной. Самое интересное, что я понял за это время, насколько Бог, он проговаривает именно наши проблемы, если мы его ищем, друзья. Просто часто мы сидим и ждем. Мы хотим, чтобы Бог нам что-то проговорил, знаете, такую принес картину, нарисовал, как говорится, картину маслом, но так не происходит. То есть для того, чтобы что-то происходило, нужно с нашей стороны что-то делать. И когда ты начинаешь, то действительно я увидел, насколько Бог, он рядом, насколько Бог, он, ну, это все показывает тебе. И самое интересное, что вот я попросил тех людей, которые ходят на курс «Прорыв», чтобы они также поделились своими отзывами, впечатлениями, и я увидел, что они подтверждают то, что происходит в моей жизни. То есть Бог также начал проговаривать им на те вопросы, которые их мучают, которые давно в этих сферах ничего не проясняется, и Бог начал также им проговаривать, что-то начало происходить в их жизни, и я вижу, что то, что они пишут, это похоже то, что происходит у меня. То есть какой основной вывод я сделал? Я хочу сказать, что для того, чтобы что-то начало происходить в нашей жизни, начали какие-то изменения, если мы хотим прорыв в какой-то сфере, единственный метод это, чтобы это, ну, начало происходить, это просто пахать. Работать и пахать. Вот другого метода не существует, друзья. Как написано в Библии, ищите и найдете, стучите и отворят вам, просите и дано будет вам. То есть это всегда активный процесс. То есть это не просто ждите и придет вам. Такого не сказано, ждите, да? То есть Бог нам говорит, что мы должны быть активны. То есть от нас требуется какая-то активность. И зачастую это, и знаете, и чем больше мы будем прилагать усилий, чем больше мы будем проявлять со своей стороны вот поиск, да, стучать, искать и просить, тем больше мы будем в итоге получать. То есть было ли, ну, тяжело мне, как сказать, то есть, ну, я хочу сказать, что действительно было. Я не могу сказать, что я там выкладывался прям на 100% или 200%, нет. Но я могу сказать, что то усилие, которое я прилагал в течение этих месяцев, ну, я так никогда, наверное, не был настолько фокусированный и настолько, ну, сосредоточен на цели и что-то делать ради этого. То есть, действительно, для меня это был новый опыт, и мне самому интересно. То же самый главный вывод, который я могу сказать, это то, что действительно изменения возможны, прорыв возможен, и хочу отметить, что это длительный этап, знаете, это игра в долгую. Не нужно думать, что ты сейчас понапрягаешься там 2 недели или месяц даже, и у тебя все порешается в жизни, но это действительно не так. Это длительный процесс. Но знаете, ну, иногда, когда мы слышим, что мало-помало, шаг за шагом что-то будет меняться в жизни, у нас это немножко разочаровывает. Мы хотим все и сразу. Но такого не бывает, друзья. Потому что мы хотим все и сразу, в итоге у нас вообще ничего не происходит, и застой бывает по всем фронтам долгое время. То есть, друзья, мы должны понять, что изменения происходят шаг за шагом, понемножку, постепенно, знаете, вот так вот по небольшой, знаете, такой восходящий. Но они, это абсолютно реально. И других друзей по-другому никак не бывает. Поэтому, друзья, еще раз, хорошая новость. Это в том, что изменения, они возможны, но они требуют от нас приложения усилий, они требуют от нас цены однозначно, и это длительный этап.
Но я хочу, знаете, такое, знаете, в ободрение, что ли, сказать, что когда ты видишь, когда ты начинаешь двигаться, когда ты прилагаешь какие-то усилия, и когда ты начинаешь первый вид какие-то результаты, даже небольшие, это тебя ободряет, это тебя вдохновляет и тебе дает сил двигаться дальше, не останавливаться. Поэтому, друзья, если вам интересна эта тема, если вы хотите также достичь каких-то изменений в жизни, прорваться в какой-то из сфер, я приглашаю вас также присоединиться к этому курсу. Я продолжаю этот курс, поэтому, друзья, приглашаю. Если вам это интересно, просто напишите мне сообщение в Фейсбуке желательно, да, что вы хотите также записаться на этот курс. Этот курс совершенно бесплатный. Еще один очень важный вывод, который я понял с этого эксперимента, скажем так, очень помогает двигаться, когда вот мы вместе, когда есть определенная группа. Что мне помогло, да, это то, что я начал этот курс, то есть я начал вести людей, и это, ну, знаете, это какая-то ответственность. То есть это определенная ответственность, которая не дает тебе, знаете, слиться, оставить что-то. Потому что я думаю, что если бы я просто один, ну вот, поставил себе цель на протяжении 4 месяцев что-то делать, я бы, наверное, бросил. То есть мне бы, наверное, не хватило бы силы воли. А так, когда у тебя есть люди, перед которыми ты подотчетен в какой-то, ну, в какой-то степени, это помогает, знаете, это помогает двигаться, это помогает не бросать. И те люди, которые в группе, они тоже мне писали об этом, они тоже это отмечали, что помогает, вот когда сообща мы двигаемся, куда у нас определенные встречи, то есть раньше у нас были каждый день, когда мы начинали курс, у нас были каждый день встречи, каждый вечер мы собирались, мы общались, мы молились, я давал тему. Знаете, это определенная ответственность у людей, и это помогает им не оставить. Хотя многие, больше половины, все равно оставили, но те, у которых действительно была цель, они не оставили, и они отмечали, что помогало вот этот момент, что они в группе, что они вместе. На этом все, друзья, и до новых видео. Пока!